Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопижано Самаюктам Бинда Ванам Манохар Ванча калпатару васчаки басинду бхавача патитанан павуне бхавишна вибхьо намо намаха мукан кароти бачалан пангунлан хайтигирам чатки патам аханг банди парама ананда мадавам бриндавай тулсиде бай пиявай кешава сача Снавакти паде деви саттаваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттама Девин сарасватин вясам тато жайо мадире Шанкиртане кришна катхо падеше Гаурия патрасья пракаса неча Садануракта гуру бхакти йокта Бхакти Прамадакша Джагод Барун Дхайям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Тетас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Витатихам Панутапалла Бхавадипутам Банде Махапурусуте Чаруна Равиндам Джатпадапаллаванакхавинам Нокачандамани чатая. Биспуриджи, такими пикапавату, шватарши. Пурунану рагара, сусагара, сарамурти. Сарадика, майкада, кифам, каруси. Шри Кришна, чайтанна, прахунита, ананда. Сиаддайта, гададхара, сивасадихи, гаура, бхакта, бинда. Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджану ламмита бхужау канака бодато, Шанкиртану икапитару камала ятакшо, Вишам бару дижа бару жугодхарм пало, Банде жагатприя кару. Каруна Бхатару, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам. Сура сураир вандито дибарупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупен сада наранам Ганга таранга рамания джата калабам Гаури нирантара вивиши тавам бхагам Нараяно прияманунго мада пахарам Барана сипурапати бхажави шанатам Баги саджушо бадане Лакшмир джасача бхакшаши Джасьясте хридая самбит Памнишингамахам бхаже Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gurur na sasyat, sajjanu na sasyat, pita na sasyat, sajjanani na sasyat, daivam na sasyat, na patiswa sasyat, namo chedja samapeta mittvam. Гурур на сасьят, саджану на сасьят, пита на сасьят, саджанани на сасьят, дойбан на тасьят, напатисва сасьят, нама чедджа самопета митхам. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами такой Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал. Никогда милость, какую распространял Махапрабху, не раздавалась в этом человеческом творении. За всю историю человечества подобная милость, несравненная, непостижимая, раздается впервые за все время человеческого творения. Но мы настолько глупы, что не понимаем, какое сокровище нам принес Махапрабху. Мы не осознаем, так Шрила Прабхупад сказал, что несравненная, непостижимая милость никогда не раздавалась за всю историю человечества. Никто никогда не проливал такую милость, ни одна из аватар Бхагавана. Только Шри Чайтанья Махапрабху. Но мы не понимаем этого, не осознаем, какое сокровище Махапрабху принес нам. Мы играемся, а время уходит. Как ребенок постоянно забавляется со своими игрушками. Он не представляет, не понимает, что происходит сейчас в стране, что будет в будущем, что было в прошлом. Ему это неинтересно. Точно так же мы, глупое поколение, заняты игрушками. Пока ребенок не расплачется, не выбросит все свои игрушки, не отбросит их от себя, его мама не подойдет к нему. Мама заняла ребенка игрушками. Но когда ребенок отбрасывает их и плачет, мама вынуждена подойти к нему, взять на колени и успокаивать. Когда мы станем достаточно зрелыми, то есть обретем необходимый уровень сознания, в шастрах сказано, что весь мир не является сознающим. То есть все в этом мире не сознающие, хотя и мыслят себя сознающими.
они не имеют представления о своем духовном развитии. Они не хотят, не стремятся к нему, потому что они заняты материей, кровью, плотью, испражнениями, всеми составляющими материального мира. Им совершенно неинтересно обрести это трансцендентное сокровище духовного знания. Идам в этой шлоке означает материя. Ачайтанья видам вишам. Весь мир без сознания находится в бессознательном состоянии. Но если бы живое существо познало, четан познало источник сознания, кто является источником четан-васту, сознания? Кто тот, кто исполняет желания всех и каждого, всех джив? Если мы не находимся в связи с парам четан-васту, с этим высшим сознающим существом, мы погружаемся в бессознательное состояние. Таким образом, просто одев кантималы, взяв руки четки, еще недостаточно. Необходимо развивать сознание. Если мы будем взывать к Бхагавану с осознанием, с пробудившимся сознанием, он непременно внемлет нашим молитвам. Можно прочитать и изучить все шастры, но если не появится связи с высшим источником сознания, уровень сознания, так и наш уровень сознания, так и не повысится. Что значит быть зрелым? Это состояние, когда наше сознание достигнет уровня, с которого мы можем лицезреть Ананта Дева. Уровень, с которого мы придем в соприкосновение с Ананта Девой. Еще один пример. Если родители ребенка умирают, он, казалось бы, беспомощен. Но родители оставляют ему огромное наследство. Но что ему делать с этими деньгами? Если бы ему дали конфеты, печеньки, он бы порадовался. Но тут какие-то деньги, богатство. Что с ними делать? Ребенок не видит ценности деньгам. Один из представителей нашей Гуру Варги в Чайтанья Матхе однажды отправился в одно место, и Бхакти Майук Бхагават Махарадж увидел, что кто-то из его младших духовных братьев, 15-16 лет, обсуждали одну кое-что под деревом. Один сказал: «Я слышал, что мы получили огромное богатство, а Пракрита Харинам, но мы этого не осознаем. Мы повторяем Харинам, но не осознаем». Прабхупад определенно великий.
когда ты смотришь на Прабхупаду, ты определенно осознаешь, что он не простой человек, он личный спутник Гауранги. Но тем не менее, когда я повторяю, я не чувствую, что я действительно повторяю что-то трансцендентное. То есть мальчики вот это обсуждали, и мимо проходил Махарадж. Он сказал: «Бхакти Маюк Бхагават Махарадж». «О чем вы говорите?» — спросил мальчиков. «Нет, нет, ни о чем». Он сказал: «Я могу помочь вам». И мальчики признались: «Мы, когда повторяем Харинам, мы, казалось бы, должны наслаждаться трансцендентным святым именем, но мы этого не чувствуем. Прабхупад дал нам Харинам». Махарадж сказал: «Харинам, значит, Гурудев наделяет вас Бхагаваном, дарует вам самого Бхагавана». Харинам и Хари не отличны друг от друга. И когда Парамахамса Гуру дает вам Харинам, произносит Харинам ваше в ухо, вам в ухо, в этот момент трансцендентный звук дарует вам Хари. То есть Хари и Харинам не отличны друг от друга. И Гурудев дает вам самого Господа, самого Хари. Но кто из мальчиков сказал: «Но я Махарадж просил, вы правда сомневаетесь, что ваш Гурудев дал вам самого Бхагавана, потому что лишь сейчас вы не обладаете осознаниями?» «Да», признались мальчики. Представьте, родители ребенка оставили свои тела и оставили огромное наследство ему. Но до тех пор, пока ребенок не достигнет определенного возраста, пока он не знает, как достойным образом распорядиться этим богатством, все деньги на сохранение отданы в банк. В заявлении написано, что когда мой сын достигнет 16 лет, он заберет эти деньги. То есть есть определенные компании, которые этим занимаются. Определенные банки или какие-то сберегательные организации. То есть в их обязанности входит сохранение денег за то, что они поддерживают. Они берут определенную плату за то, что они в сохранности содержат деньги. Итак, в завещании написано, что когда ребенок достигнет зрелости, он заберет деньги. И точно так же вы, когда вы достигнете зрелости, вы сможете обрести то бесценное богатство, которым вас наделил Шрила Прабхупада. И мальчики сразу поняли то, о чем говорил Махарадж. Вам необходимо сейчас совершать баджан, развиваться, а потом вы осознаете, какое богатство ждет вас. Таким образом, невинные и невежественные люди не могут понять значимость дикши. Они не воспринимают ее в серьезном ключе. В Хари Бхакти Вилас четко написано, и не только там, практически во всех шастрах, в Гите, в Бхагаватам, что если что дикшу можно давать лишь тому, кто достиг необходимого уровня,
Иначе богатство нельзя, вот это богатство дикши нельзя давать кому попало. К сожалению, сейчас это правило не, ему не следует. Итак, я начал с очень важной шлоки из Шримад Бхагаватам, в которой говорится, что гуру, который не обладает качествами, должен быть отвергнут. Таково правило, данное в шастрах. Если вы приняли по ошибке гуру, за гуру, человека, который лишь одет в вайшнавские одежды, его необходимо отвергнуть. Сколько доказательств этому в шастрах? И сколько вы сможете, сколько должен привести, и сколько вы сможете переварить? Нельзя слушать Харикатху из уст обманщика. Если вы будете делать это, вы будете падать все ниже и ниже. Такой человек не может освободить обусловленное живое существо, потому что он сам не освобожден. Когда змея прикасается к молоку, если она попила этого молока, и потом человек его попьет, он умрет. И если он не знает, что молоко было отравленным, он представления не имеет о том, что молоко может его отравить. Таким образом, даже слушая Харикатху, можно отправиться в ад без надежды на спасение. За свою глупость необходимо расплачиваться. И этому есть множество свидетельств из шастр. Если вы получили мантру от обусловленной души, другими словами, приняли обусловленную душу как образец, как идеал, из этой самой мантры вы вынуждены отправиться в ад. Почему? Потому что необходимо было оставить такого лжегуру. И принять подлинного. Вы думаете, что дикша — это нечто не особо серьезное, важное? Но это заблуждение. Это настолько важное событие. Не знаю, когда вы сможете осознать, что есть дикша. Помимо всего, я уже много раз цитировал эту шлоку, в которой говорится, что тот, кто дает духовные лекции, но здесь, казалось бы, духовные лекции, но на самом деле они являются материальными, и пишет, казалось бы, духовные книги, но на самом деле они материальны. То есть, если вы почитаете, посмотрите, откройте такие книги, там никакого знания сиддханты. И как люди могут воспринимать таких личностей, как духовных учителей? Я не представляю, какое будущее ждет духовное общество.
Так вот, тот, кто говорит нечестивые вещи, говорит материальные вещи под предлогом Харикатхи, якобы рассказывая Харикатху, и сам такой человек, и его слушатели отправятся в ад навсегда. Тот, кто не может освободить меня, не является гуру. Ученик должен предаться, так или иначе предаться своему духовному учителю. Даже если Бхагаван предстанет перед нами, но мы не предадимся ему, он не сможет нас освободить. Такого положения обусловленной души. Сам Чайтанья Махапрабху пришел сюда и многих хотел освободить, но дживы в ответ отвергали его. То есть тот, кто не может меня освободить, не является гуру, но тут должно быть соблюдено условие того, что я полностью предался ему. Тот, кто не способен освободить меня, я не могу назвать такого человека моим близким и дорогим. Именно поэтому Прохлад Махарадж никогда не называл Хираньякашипу своим отцом. Ведь отец — это тот, кто может освободить. А мать не является матерью, если она не может освободить своего ребенка. И тот не полубог, кто не может помочь мне избавиться от оков материального мира. И тот не муж мне, кто не помогает мне обрести абсолютную истину. Я жду, очень ясно жду, как рядом стоит смерть и поджидает меня. И в соответствии с этим я веду свой образ жизни. Я веду свою жизнь. То есть я четко вижу, что смерть стоит рядом и поджидает. А мы этого не видим, вы этого не видите, и поэтому вы занимаетесь ерундой. По милости гуру и вайшнавов возможно все. Я расскажу кое-что о гуру Татве. Уже я делал это, возможно, 100 лекций есть. 100. Тем не менее, этого до сих пор недостаточно. Итак, Прабхупад говорит, что у нас есть три вида гуру. Даже четыре. Первый — это Вартма Прадаршика гуру. Как я... То есть, например, имеется в виду, я бегал по этому миру, а потом услышал от какого-то преданного, от кого-то наставление на истинный путь. То есть благодаря тому, что я услышал от него, я осознал, что я веду неправильный образ жизни. Все, что я делал прежде, неправильно. Итак, когда кто-то дает нам такое понимание, мы принимаем его как Вартма Прадаршика гуру. Следующий вид гуру — это Дикша гуру. Тот, кто может освободить меня от материального существования. Он возьмет меня за волосы и вытащит из колодца материализма. Я падаю в ад, но он схватит меня за волосы и не позволит этому свершиться. Точно, то есть это описывает Наротам Дастакур в своем киртане.
You watching my dirty behavior, you are going to go and watch it. Он пишет в своем киртане. Ты видишь мои нечестивые дела, мое неподобающее поведение. И сбрасываешь меня в ад. Но если ты вытащишь меня из этих страданий и вновь подведешь к Браджадхамме, об этом я молюсь, чтобы ты по своей милости вытащил меня из ада. То есть так, со слезами, Наротам Дастакур возносит свои молитвы. Это очень сокровенный киртан, и если вы будете петь его, осознавая смысл, вы погрузитесь в океан нектара. Если вы хотите переплыть океан материального существования, необходимо помнить о лотосных стопах Гауранги. Параматма живет на лотосном цветке, цветке лотоса, который находится у нас на верхней чакре. Есть Муладхара чакра, которая все наше тело на нашем теле есть определенные точки чакры. Йоги очень четкое представление об этом имеют. То есть, когда поднимается сознание, то есть Ачая-Чатия Гуру находится на верхней чакре. Итак, первый Варма Прадаршика Гуру, затем Дикша Гуру, тот, кто дает нам мантру. Не каждый способен дать мантру. Это может сделать только тот, кто является самоосознавшей себя душой. Он получил мантру от своего гуру и уже стал мантра-сиддхой, то есть он осознал эту мантру, он достиг совершенства благодаря мантре, и тогда он может давать ее. Но если обусловленная душа действует как гуру, она не может даровать никаких осознаний своему ученику. Точно так же, как девушка не может выйти замуж за трансвестита.
кто является, кто не является ни мужчиной, ни женщиной. Потому что человек не может, такой человек не может зачать ребенка. И женитьба, то есть замужество с таким человеком бессмысленным. Точно так же гуру не должен давать мантру неподобающему ученику, прежде чем дать кому-то мантру, надо подумать тысячу раз, как он будет использовать ее. Бхактивинода Тхакур объясняет, что можно ждать жизнь за жизнью посвящения мантры, потому что гораздо более опасно, чем получить мантру и использовать ее неподобающим образом или получить ее от неподлинного гуру. Итак, по наставлению дикша-гуру можно обратиться к шикша-гуру. Это третий вид гуру, который наставляет, как совершать баджан. То есть у меня, может быть, в моем случае Харинам дикша, дикша-гуру, саньяс-гуру и шикша-гуру одна и та же личность. Он дал мне все. С самого начала он даровал мне харинам, и даже Вартма Прадаршика Гуру был для меня мой духовный учитель. Конечно же, у меня было много шикша гуру. Например, Наротам Дас Такур, Лакана Дас Госвами послал Наротам Дас Такура к Дживи Госвами Паду. А Гопал Бхатта Госвами послал Шринаваса Ачарью к Дживи Госвами Паду. То есть по распоряжению гуру мы начинаем принимать наставления от того или иного вайшнава. Итак, мы остановились о том, как на том, какое Аватхут Махарадж рассказал о горах, о деревьях. Все, что они делают, они лишь служат и ничего не просят взамен. Я говорил про пространство, про которое показывает нам, что даже находясь в толпе людей, мы не должны взаимодействовать, смешиваться с ними. Мы можем по-настоящему общаться лишь с саду. Потому что все другое общение принесет нам проблемы. Если мы не в состоянии понять, кто есть гуру, необходимо ждать. И только тогда, когда у нас появится огромная жажда принять гуру, Баладжи Махарадж направит вас. В противном случае вы можете серьезно обмануться. Our
Питама Бишма говорит, что лже-гуру, тот, кто не отличает хорошее от плохого, его необходимо отвергнуть. Завтра я еще расскажу об этом. Итак, пространство повсюду, но ни с чем не смешивается. И оно, Нишанга означает жить не в полном одиночестве, а быть саду, слушать харикатху от него. То есть сейчас мы являемся нисанга. То есть имеется в виду, мы сейчас не вступаем во взаимодействие с тремя гунами материальной природы, потому что мы слушаем харикатху. Таким образом, чем больше мы слушаем ее, тем дальше мы продвинемся к своей цели. И сейчас лже-гуру, он не заинтересован в том, чтобы вы изучали шастры, чтобы, потому что так вы сможете понять, что он не является истинным гуру, отправляют зарабатывать деньги, отправляют собирать деньги. Итак, если Гурудев не... То есть, в действительности, Гуру всегда наделяет служением. Если Гуру не дает вам служение, значит, он таким образом избегает вас, игнорирует. Когда Джагай Мадай получили милость Гауранге и Нитьянанды, они спросили, как нам понять, что ты действительно нас простил от всего сердца. Прабху ответил, я дам вам служение, и вашим служением будет чистить гад. Так, чтобы люди, которые приходят принять омовение, делали это беспрепятственно. И Джагай Мадай взяли метлы и начали все очищать, подметать. Они сказали, мы прежде столько причинили беспокойств тебе, нам очень стыдно за это. А, то есть они у каждого, кто приходил принять омовение на этот гад, просили прощения и говорили, прежде мы причинили вам столько боли и так виноваты перед всеми вами. Пожалуйста, простите нас. Каждому они предлагали поклон и просили о прощении. Каждому. Этот гад до сих пор здесь, находится здесь. Джагай Мадай гад. Итак, когда гуру и вайшнавы, возможно, оказывают какое-то давление из-за служения, просят совершать какое-то служение, вам не нужно злиться, негодовать. Это проявление милости гуру. Так они задействуют вас в служении, чтобы вы не занимались ерундой. И если вы по-настоящему удачливы, они будут это делать. Они будут вовлекать вас в служение. То есть нисанга, это когда я
не смешиваясь с... То есть не вступая в близкое общение с материалистами, и из этого, благодаря этому, я не скверняюсь. На самом деле, тамагуна — это не какое-то что-то, нечто неопределенное, как что-то, какой-то вирус. Тамагуна — это представители, яркие представители тамагуна — это невежественные люди. Соответственно, мы можем оскверниться, общаясь с ними. Точно так же и люди в сатва-гуне также оказывают на нас свое влияние. Поэтому мы должны избегать близкого общения с такими людьми. То есть избегать трёхгун материальной природы, что означает избегать общения с людьми, которые являются представителями материальных гун. И если вы будете общаться с саду, ваша санга, ваше общение будет совершенным. Достигнет совершенства. Ветер, воздух. Ветер в Пури, постоянно ветерок. Очень замечательно, даже не нужен вентилятор. Храм Джаганнат там. Итак, ветер дует и прикасается к вашему телу, к телу, к цветкам, и разносит аромат цветков, приносит вам аромат. Но этот самый... Также ветер может распространять и дурные запахи. Но... Ему это абсолютно безразлично. Ему без разницы, какой запах, аромат он разносит. И также он не думает: «О, ты низкокастный, недостойный человек, я тебя касаться не буду». То есть имеется в виду, я не буду тебя одувать своими ветрами. Нет, он дует на каждого. Итак, воздух, ветер учит меня быть безразличным к тому, что есть хорошо, что есть плохо. Не судить так, она хорошая, он плохой. То есть, если мы будем таким умонастроением руководствоваться, оно заведет нас в тупик, и мы не сможем совершать баджан. Потому что из-за такого мышления мы постоянно концентрируемся на ошибках и недостатках других. Мы судим, выносим суждения о людях. Но существует правило, что мы должны всегда помнить о Верховном Господе. Даже когда чистые преданные занимаются, казалось бы, чем-то, что не является напрямую преданным служением, они всегда помнят о Господе. Итак, пятый мой гуру — это огонь. Он обучил меня очень важным вещам. На самом деле огонь присутствует повсюду, даже в нашем теле. Сам Бхагаван говорит в Гите, что если бы огня не было в теле, этот огонь называется Вайшьяна. Это одно из особых имен Агни, которое находится в теле. То есть я в тебе, в этой форме, и перевариваю всю пищу, которую ты ешь. Таким образом, огонь присутствует повсюду. Если
тереть друг от друга два куска дерева, две деревяшки, в конце концов появится огонь, точно так же камни. Это говорит о том, что совершенно неважно, можем мы видеть присутствие огня или нет, но он повсюду. Потому что все в этом мире состоит из пяти элементов. Любой предмет, что бы то ни было, состоит из пяти элементов природы. Земли, воздуха, огня, эфира и воды. Совершенно не имеет значения, можете вы их видеть непосредственно или нет. Также спички производят огонь. Но где же там огонь? Откуда бы ему там взяться? Он присутствует там в невидимой форме. Таким образом, Авадхут учит нас там, то есть он говорит, я извлек из огня такой значимый урок, что Бхагаван находится повсюду, он в нас, но мы не видим его. Но если мы будем совершать настоящий баджан, Бхагаван проявится. Когда мы узнаем Бхагавана, все наши вопросы, сомнения будут разрешены. То есть наши нынешние вопросы, почему этот делает то, этот делает то, больше их не останется. Когда Прабхупад говорит, не думайте, что гуру и вайшнавы критикуют. Это не так. Они настолько милостивы, что хотят осветить негативное состояние, негативное положение вещей, так, чтобы люди, в конце концов, это узрели и изменили ситуацию. У чистого преданного нет времени на критику. Если вы порой, как вам кажется, видите это, нужно понимать, что он в этот момент проливает свою милость, когда он якобы критикует. Сам Вриндаван Дас Такур говорит, что я побью вас, если вы не... То есть я пну вас в голову, если вы не обрели веру в Гаурангу, несмотря на то, что услышали столько его славы. Это милость. Они милостивы, они просто хотят изменить состояние, положение вещей, изменить то, что происходит. Но мы воспринимаем их как своих врагов. More far better than this earth, full of water.
Итак, вода, мы следующий гуру, она настолько важна для человека, что одно из ее названий — жизнь. На санскрите есть много-много синонимов у воды. И одно из названий воды на санскрите — это прана, то есть жизнь. Потому что без воды никто не сможет выжить. Мы моемся водой, мы пьем воду. А не совершив ачаман водой, я даже не смогу заниматься никакой духовной деятельностью. Потому что в воде присутствует Нараяна. Вода исходит из Нараяны. Поэтому она очищает все. Мы принимаем омовение и очищаемся благодаря воде. Не сделав ачаман, мы не можем приступать к никакой духовной деятельности. В 10-й песне Шримад Бхагаватам Брахма говорит: «Нар», то есть Господь возлежал на водах, и из него, из его пор исходил пот, и из этого пота сформировались бесчисленные миры. Таким образом, вода — источник всего. Однажды западные ученики моего гуру Махараджа задали ему вопрос, попросили разрешения. Махарадж, вот у нас в стране очень холодно, -25, нам холодно омовение принимать. Можно не принимать? Но Махарадж сказал, вы должны как-то разрешить эту проблему, но не мыться нельзя. Нельзя утром не принимать омовение. Грейте воду или что-то придумайте. Итак, вода очищает нас, дарует нам саму жизнь. Если вы хотите пить, пару дней не попьете, а я вам кучу сладости дам или каких-то вкусных вещей, они вас не порадуют. Вы будете требовать воду. Когда жарко, прохладная вода нас охлаждает. В пятой песне сказано, что холодная вода настолько утоляет жажду, настолько улучшает мое... То есть только когда я хочу пить по-настоящему, лишь вода может помочь мне в этом. То есть мне нужна лишь вода. Так Авадхут Махарадж объясняет, что так как вода сама по себе чиста, она может очистить других. Точно так же саду чист, и он может очистить других. Но если он не обладает таким качеством, как он может помочь другим? Если саду не чист, как он может очистить вас? Not only speaking,
Вайшнав может очистить одним лишь своим даршаном, одним лишь своим внешним видом. Если вы принимаете омовение, то есть, чтобы очиститься, вам необходимо принять омовение в Ганге, но лишь взглянув на саду, вы уже станете чистыми, вы очиститесь. Но такие саду крайне редки. Вся их жизнь посвящена Бхагавата-севе. Крайне редко в наше время можно встретить такого саду. Именно поэтому люди обманываются и думают, что принимают неподлинных саду за таковых, за саду. Рупа Госвамипад пишет, что тот, кто собирает деньги под... Простите, это Вишвана Чакратипад говорит, что Джива Госвамипад. Еще давным-давно они это сказали, что те, кто обманывает людей ради того, чтобы насобирать денег, чтобы заполучить какую-то славу, они разрушают весь мир. Таким образом, проповедь — это очень серьезная вещь. Проповедь может осуществлять лишь Шрила Прабхупада, лишь Парампаришпад Шридхар Госвами Махарадж и такие вайшнавы, как он. Проповедь означает распространение ваших прямых осознаний о служении, которые вы получили от своего гуру. Проповедь означает распространение милости среди обусловленных душ. Но в настоящий момент то, что выдается за проповедь, таковой не является. Прежде всего, защити себя, потом ты сможешь защитить окружающих и проповедовать им. Прежде всего, будь честным с собой. Итак, вода обучает нас, что мы должны принять качество воды, стать таким же чистыми, как она. Почему, когда обусловленная душа приходит к саду, к чистому преданному, так хорошо себя чувствует, так ей становится так хорошо? Например, Гуру Кшетас Бабджи Махарадж, никогда ему нечем было кого бы то ни было угостить, но люди приходили к нему. И в случае с Джаганнатом Бабджи Махараджем то же самое. У них ничего не было. Или мой Гуру Махарадж, кто бы к нему ни приходил, люди становились счастливы, когда приходили к нему. Почему? Потому что в их сердцах живет сам Кришна, он играет, совершает свои игры в его сердце. Помимо всего, когда только лишь прикоснувшись к саду, сердце живо меняется. Она чувствует какие-то изменения в себе. Когда саду смотрит на свое окружение, на то, что вокруг, он не видит разницу. То есть он не делает никаких различий, кто. То есть он видит везде присутствие Бхагавана. Таким образом, саду может очистить одним лишь своим внешним видом. This way,
Поэтому человек и чувствует себя так хорошо, когда он приходит к саду, потому что он очищается. Следующему гуру — солнце и луна. Солнце ничего не просит у нас, ничего не получает от нас. Утром мы должны предлагать, то есть если просто мы предложим поклон солнцу утром, он уже удовлетворен, он уже доволен. Мы предлагаем пранам Сурья Нараян Бхагавана. Нараян Бхагаван в форме Сурья. Утром мы предлагаем поклон и произносим эту мантру, чтобы солнце благословило нас. Но что оно делает? Оно собирает, аккумулирует воду с земли. И собирает в тучах, в облаках, в тучах. И из этих туч, в конце концов, идет дождь, орошая землю. Благодаря тому, что земля получает необходимую воду, растет все необходимое человеку. Но несмотря на такой вклад, солнце ничего не ждет от нас. Если мы предложим утром ему воды, он будет доволен, свой поклон, воду. Он будет доволен, тем не менее, он ничего не просит. Человек может возгордиться, думая, что он способен давать пожертвования, как в случае с Бали Махараджем, когда Вамнадев попросил у него всего три шага земли. Он его задела такая незначительная просьба. Он сказал: о чем ты говоришь? Я могу даровать тебе столько земель, столько богатств. Нет, повторил Вамнадев, все, что мне нужно, только три шага земли. Я не хочу больше, только три шага. Дашь или не дашь? Да, я дам. Дам. То есть он думал о себе как всемогущем, который может дать настоящее пожертвование. Но в конце концов Вамана Махарадж проучил его. Бали Махарадж был вайшнавом. Вамана Махарадж, Вамнадев,
спросил, откуда у тебя то, что собираешься жертвовать? Ты получил это от этого мира. Когда ты пришел сюда, тебя, ты не принес с собой абсолютно ничего. Ты только плакал, мама, мама. Когда ты уйдешь отсюда, точно так же ты уйдешь с пустыми руками. Соответственно, все, что мы накапливаем в этой жизни, мы берем от этого мира. И в конце концов мы должны будем все это вернуть. Поэтому бессмысленно думать, что я кому-то что-то жертвую. Кто, что вы можете дать? Все, что у вас якобы сейчас есть, вы взяли из этого материального мира. Взяли на время попользоваться. Это замечательная песня на хинди. Но забавно слышать, как материалисты поют эту песню, не понимая значения, как попугаи они повторяют. This way, sun god going to take water and going to give rain. Таким образом, солнце аккумулирует воду и способствует дождю тем самым. Благодаря дождю растут, восходят семена. Как я уже говорил, вода, река никогда не пьет свою собственную воду, а деревья не поедают свои плоды. Точно так же тучи, облака. Не требует ничего взамен за дождь, за урожай, который восходит благодаря дождю. Точно так же жизнь саду для всех и каждого. Неважно, откуда вы, с России или из Америки. Никто не может сказать, что саду наш, он родился в Индии, он индус. Нет, он открыт всем, всем континентам. У него нет никаких ограничений, границ, саду безграничен. Если только он совершает подлинный баджан. Совершенно не имеет значения, как он выглядит, к какой касте он относится, в какой стране он родился. Солнце учит нас тому, что если вы даете пожертвование, не ждите ничего взамен. Тот совершает настоящее пожертвование, когда он не требует и не ждет ничего взамен. Вспомните историю. Махараджа, который раздавал пожертвования среди бедных людей. Он посещал какие-то мероприятия, где собиралось много таких бедных. Он раздавал все,
И когда уже все, что он приготовил для распространения, было роздано, он раздавал свои одежды, раздавал свои украшения и даже корону. Он был царем. А домой возвращался с пустыми руками, как нищий. Он не являлся вайшнавом, тем не менее, он был настоящим донором, то есть тот, кто жертвовал, тем, кто жертвовал. Даже в наши дни, во Вриндаване, когда я жил около Гирираджа, он жил еще до того, как я появился там, Гая Прасад Махарадж, он был грихастхой, тем не менее он был очень возвышенным саду. Он был из Нимбарка Сампрадая. Он никогда не думал о том, что нужно собирать, что есть, что где брать деньги. Он просто совершал баджан. А в Варанаси также я знаю саду, который вообще не думает о том, что есть и где брать деньги, как жить. Все как-то к ним приходит само по себе. Они просто совершают баджан. То есть это, безусловно, всегда кто-то приходит и дает то, что необходимо, если вы совершаете баджан. Но мы верим в деньги, верим в то, что они нас обезопасят, открываем банковские счета. Но если у вас есть вера в Бхагавана, в его повсеместное присутствие, я могу много примеров привести, которые завтра я сделаю это, чтобы вы почувствовали вдохновение. Итак, Гай Прасад Махарадж был грихастхой и жил на Говардхане, и был крайне бедный. Тем не менее, никогда ни у кого ничего не просил. Но он... был самосознавший себя душой, но со своей сампрадайей он читал комментарии. Я не хочу никого критиковать, но я просто подчеркиваю исключительность Гауди Вайшнавской сиддханты. То есть он достиг совершенства своей сампрадайи, тем не менее... Так вот, люди приносили ему тысячи долларов, очень много пожертвований на Харикатху, когда он рассказывал Бхагаватам. После того, как Харикатха заканчивалась, когда чтение Бхагаватам подходило к концу, все деньги, которые жертвовали ему, абсолютно все, он вкладывал в пир и абсолютно с пустыми руками возвращался домой. Не думайте, что саду нет в этом мире. Не думайте, что их нет. Они здесь, но мы не можем понять, кто саду, а кто нет. Итак, помните о том, кто может по-настоящему делать пожертвования. С какой шлоки я начал сегодня, вы помните? Не помните. Гурур на сасьят, на саджану на сасьят. Питана сасьят, на саджанани на сасьят. Дайвам на тасьят, на патиста сасьят, на мучаеджа, самопета митьям, панчагалпадрусия.